Здравствуйте, меня зовут Гульмайдан. Мне 27 лет. Я представляю Казахстан. Я пою. До карантина я работала. То есть в ресторанах, в кафешках пела. Потом, как вот карантин начался, все закрыто было. Надо было как-то заработать на хлеб, как говорится. Возле дома стройка шла. Я это увидела, значит, и сразу подошла. Я говорю, работа есть у вас? Они говорят, штукатурку умеешь делать? Я говорю, нет. Вот и научилась. Везде на стройке акустика хорошая, прям классная. Тебе охота петь. Подругу позвала с собой, и я стала петь. А она берет, короче, на видео снимает. Она берет, выложила в ТикТок. Талант 36-летний Гульмайдан не остался незамеченным кастинг-командой Central Asia's Got Talent. Видео с ее участием набрало сотни тысяч просмотров, а участие в шоу поспособствовало популярности Гульмайдан и сделало ее сенсацией интернета. А знаете, в основном о чем я думаю? Были такие люди, которые во мне не верили. Но у меня же сложный период же был в жизни. Маму потеряла, потом ребенка родила. Чуть ли себя не потеряла. У меня глаза пустые были. Они говорили, да ты далеко не пойдешь. А я молчала. Посмотрим, всякое может быть в жизни. И вот я обрадуюсь, то, что они же тоже видят. И я посидела, спасибо тебе, Бог, то, что ты вот так меня повышаешь перед ним, которые в меня не верили. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Есмим Гульмайдан. Серікбай. И я? Серікбай. Қызылорда қаласынан. Казахстан. Ребята, видели ее в интернете? Я желаю вам сегодня удачного выступления. Жду его с нетерпением. Давайте начнем. One time it lasts for but a lifetime, and never let go there where gone. If I once more,
Это, наверное, одна из самых известных лирических песен в мире. Кто только не пытался петь, перепевать, допевать, дополнять Селин Дион. Но сегодня вы сделали свое особое прочтение. Спасибо вам огромное, Гульмайдан. Рахмет көп-көп. Дауысыңыз өте керемет. Жақсы айттыңыз. Қатты әсер алдым. Осы өлеңді, әнді негізінде қатты жақсы көрем. Осы өлеңді жеткізе білдіңіз. Гульмайдан, вы поразили меня своим голосом. Песня очень сложная, и Серик прав, что не каждый вытянет. А самое главное, я Серику говорю, вот я хочу услышать именно конец этой песни, и вы вытянули. Спасибо большое. Голосуем, уважаемые коллеги, Ерболат. Бүгінен бастап, сізін фанатыңыз боламын. Да. Рахмет. Я вам говорю да. Рахмет, Коко. Гульмайдан, конечно, я говорю вам да, как и весь наш зал. Спасибо. Наши зрители, я в этом уверен. Спасибо большое. У вас три да. Вы проходите в следующий тур. И я желаю вам успехов, всего самого наилучшего. До встречи. Спасибо большое.